Надо убегать, пока не поздно! Не хочу умирать! Нужно торопиться! Давайте, ребята! Бежим, как только можем! Вперед и не оглядывайтесь! Думаю, мы в безопасности! Флоппи! Он мертв, не могу поверить! У меня есть лучшее решение! Вставай, ленивый кролик! Не отлынивай! Что такое? На что? Моя кроватка! Вот, блин! И что теперь? Я не знаю! Кто виноват? Что? Думаю, я знаю ответ. Это ты? Возможно. Я немного экспериментировала с кофеином. Ничего такого, честно. Все было готово, но что-то пошло не так. Будь я матерь, что происходит? Мои кофемашины внезапно взорвались. Нужно что-то сделать. Вперед, огнетушитель. Святые коты. Мне жаль кофемашинки, придется вас бросить. Ты сделала что? Да это ладно. Все твоя вина! Спокойно! Я все решу! Чего? Доверьтесь! Я лично построю нам дом! Ты сейчас издеваешься? Не сможешь! Ух, это кошка! Вы не верите мне? Я докажу, что вы не правы! Как скажешь! Прошу, не парайся! Котофеин? Мне не нужно одобрение, чтобы исполнить мечту! Знаю, упорно трудясь, я могу достигнуть чего угодно! Ага! Потому что вера в себя – самая важная инвестиция в свое будущее. Я не оставлю своих друзей бездомными. Я уверена в своих возможностях и сделаю все для любимых. У меня получится! Готовы, ребята? Ты делаешь неправильно. Ай! Котофеин, бестолочь! С гвоздями будет прочнее, Гробби. Мое терпение кончается. Котофеин! Проклятье! Меня не остановить. Неважно, сколько людей говорят плохо за моей спиной о том, что я делаю. Потому что мне это нравится. Я сделаю всем лучше. Пожалуйста, ребят, новый дом ждет. Он воняет! Достали критиковать! Загляните внутрь! Стой! Смотрите, как тут светло везде. Ой, здесь опасно! Эй! Я пас! Этот свинарник рухнет в любой момент! И я не хочу быть рядом, когда это случится с ним! Вимпи, на-то камень скатился! Ну так катись и ты отсюда! Этот дом – крепкая скала! Не видишь, что это было? Вы шутите? Землетрясение! Нет! Что нам теперь делать? Что? Это странно. Ладно, странно или нет, но это решение. Не трясет? Трясет! Не трясет? Дайте подумать. Поняла! Знаю, кто мне поможет. Готово! Не о чем беспокоиться. Вот так ты все решаешь! Я не выйду! Ну и спи снаружи! Достало, что меня совсем никто не ценит! Идем! Это твоя комната! О, мой пес! Как противно! И страшно! Минутку, откуда это? Дождя ведь нет! И неприятно! А, везде жуки! Жуткое нечто! Котофеин, мне тут нехорошо! Это твой новый дом! Тебе понравится! Стоя, крылья! Подождайте! Просто ужасно! А это кухня, друзья мои! Мерзость! Воняет! Еще увидимся! У меня еще дела! Выше нос! У нас даже есть мощная духовка для сотни вкусных кексов! Наконец немного огня! Странно, не фурычит. Не та ручка, кажись. Я так и знала, что этот дом нас всех убьет. Может принять душ? О, боже мой! Ребят, прошу, помогите! Сейчас все будет! Ну же! Ой-ой! Кто-нибудь! Что мне делать с этим огнем, уточка? Ты знаешь? Ута! Неужели даже она? Работай же! Пожалуйста! Нет! Ты снова сожгла дом! Нет! Все под контролем! О, нет! Прекрати я это! Я тебе верю, огнетушитель! Спаси мой дом! Котофеин, идиотка! Берегись! Спасайся, кто может! Он рушится! Это ты виноват! О, мой бог! Вы о чем? Я все починю! Доверьтесь мастеру! Нет времени, Котофеин! Дочнись уже! Подъем! Берегись! Я так и знала! Я мозг! О, боже, мы снова бездомные! А я говорил, что это плохая идея! Я чувствовала вину и хотела все исправить! Это хорошее намерение! Мы тебя любим! Невероятно! Из-за нее у нас все еще нет дома! Ты где был? Строил дом! Что? О, Круски, ты лучший! Котофеин не справилась бы, так что я сам. Ты наш герой! У всех сейчас шикарные дома, а я горд своим домишкой. Есть! Идеальный и очень опрятный. О, нет! Я такой, чё? Что это? Уродство! У меня хотя бы есть дом! Неужели?
Чего ты вякнул? Ой-ой, извиняюсь. Давай-ка узнаем, сколько ударов он выдержит. Прекратите это безумие. Нет, я не позволю. Четыре подряд. Ты не заслуживаешь, Том. Так ему, Кэтнап. Почему все издеваются, когда я творю? Это так нечестно. Достали. Больше они не будут смеяться надо мной. Ведь сегодня я стану мужиком. Они доказательства. Милая! Какой странный сон. Что? Мы Мам? Уже здесь? Мы живые! Привет! Я вас создал. Мы можем стать семьей. Прости, ты еще ребенок. Не ребенок. Я докажу. Я просто дожидался идеального момента. И он настал. Я стану мужчиной. О, это лучше, чем я ожидал. Привет, родные. Отец вернулся пораньше и ждет объятий. Мам, ты такой классный! О! Чуть не упал. Счастливы вместе. О, нет! Что такое? Нам нужен дом. Отлично. Тогда представляю вам наше поместье. И это все? Не все. Я построю. Ох, ладно. Звучит хорошо. Я хорош не только в теории. Я просто отличный машиностроитель. Я сделаю все идеально для семьи. Обещаю, они меня полюбят. Буба, это чудесно! Ты так думаешь? Да! Он готов для проживания, милая. Давай заглянем внутрь. Этот идиот построил большой дом? Ну все, дадим ему урок тяжелый. Ага. О боже, великолепно! Добро пожаловать, леди. Десерт для всех готовы. Приятного. Спасибо. Прелесть! Этот дом чудесен. Робот изменил мою жизнь. Ура! Я тоже, милый. Что происходит? Что случилось? Сюда, мерзавцы. Тук-тук, кто там? Пушечное ядро. Твой дом так весело рушить, Буба. Откуда эта ненависть? О нет, крыша рушится. Нужно уходить. Бежим. Думаю, тут безопасно. О мой бог. Пронесло. Это все твоя вина. Нет, милая, не оставляй меня. Это мои враги. Неудачник. Это да. Не волнуйтесь, сэр. Вот вам рука помощи. Рука из металла. О, да, сэр. Моя семья будет в безопасности. Это очень важно, сэр. Вы можете на меня положиться. Все готово, милорд. Великолепная работа, робот. Мы круче. Чем ты отсыла? Мне все равно. Оставьте меня. Ох, Буба. Дорогая, все отремонтировано. Бубочка, ты лучший. Хорошо быть снова дома. Спасибо, милый. Кто теперь неудачники? Это вы. Мерзавец. Минуточку. Реванш. Мы хорошо поработали, робот. Верно, сэр. Мы справились. Соглашусь. Ой. Снова они? Мне страшно. Мне тоже, милый. Получай, ура! Стой, чё? Что случилось? Бронированные? И мы непростые. Они не ожидают пушки. Протестируем. Оборона третьего уровня. Нам конец. Бежим! Он приготовился к этому. Это больше не важно. Жестко. Что это? О, мой пёс! Отлично, робот. Чего? Что это? Думаю, я нашла любовь в своей жизни. Женишься на мне? О, боже мой, я во сне. Конечно, женюсь. Ты мой смысл жизни. Звонёнок. Это лучший день. Люблю тебя. Привет, малыш. Наконец-то, после стольких лет, я нашла их. Иди сюда. Они еще не знают, что их ждет. Гады. Откройте дверь. Кто там? Нет. Ах да, я ваша отвергнутая дочь. Ты что, забыла, мам? Нет, ты не понимаешь. Мне уже все равно. Вы за все заплатите. Стой. Что? Твоя мама права. Тогда я сейчас же требую объяснений. Ну, ладно. Я объясню. Все началось, когда ты была еще же ребенком. Прости, пожалуйста, прости. Порывка, опять ты. Простите, виновата. Сейчас же иди домой. Хорошо, мама. И ты всегда делала ДЗ, даже если не хотелось. Я просто хочу к друзьям. Танцуй, еще. Фузбик, я тоже хочу. Довольно. Но, мам, я хочу поиграть. Не волнует, дома сиди. Боль и злость захлестнули тебя. Ненавижу. Скукота. О, тогда нарисую друга.
Ого, он клевый! В моем мире мы можем играть вместе! Обожаю рисовать! Вот бездельница! Хватит валять дурака! А это в мусорку! Нет, мамочка! И в тот день твое терпение лопнуло. Дочь, нет, паршивка! Ненавижу! Почему мне нельзя ни с кем дружить? Я всегда должна их слушаться. Да я словно в тюрьме. Они плохие. Ненавижу, ненавижу. Крафти, это еще что такое? Рисунки? Шлак. Это не шлак. Ты всего лишь выражала чувства. Быстро приберись. Хватит, ты больше не будешь меня унижать. Ненавижу, я ухожу. Мне нужно на свободу, я убегу. Никуда ты не пойдешь. Еще посмотрим. И ты убежала. Вернись! Друзья! О, привет! Здорово! Я, наконец, свободна! Что? Мы пытались предупредить. Берегись! Что? Что такое? Нет, голова, мне больно. Доченька! Я умираю! Прости нас! Вы здесь, вы пришли. Доченька. Мне жаль, обе ноги сломаны. На восстановление понадобится страшно большая сумма. Но денег нет. Я не могу рисовать. Я не могу даже карандаш удержать. Я никчемна. Врач сказал, есть лишь один путь. И мы согласились. Ой. Ну все, расслабьтесь. Я знаю, что вам нужно. Погодите. Что? Да, вы правы. Тогда вам просто надо отправить ее... В интернат? Best of the best. Ее рисунок. Так будет лучше. Мы согласны. Тогда по рукам. Отлично. Мы думали, так будет лучше для тебя, но... Теперь ты моя. Что мы наделали? Больно не будет. Остановись. Что? Отвали от нее, псих. Это для ее же блага. Мы пытались его остановить, но было уже поздно. Видали? Все в норме. Дочка, как ты? Просто отлично. Смотрите, я могу ходить. Мы тебя любим. Доченька. Мы с мамой правда хотели как лучше. Попалась. Он даст тебе лучшее будущее. Папа, я хочу домой. Я буду хорошо тебя вести. Вот как все было. Но мы о тебе не забывали. Мы видели ваши фото и знали, что ты счастлива. Поэтому мы тебя туда и отправили. И мы сохранили твои рисунки. Мама, папа, я... Что? Скажи нам. Я вас так люблю. Мы по тебе скучали. Да, последний кусочек. Это Хаги! Давай играть. Странно. Кто здесь? Я! О, это ты. Это Хаги? Да. Ненавижу его. Он меня бесит. Эй, не надо! Поздно. Нет, я не верю. Ах ты, мелкая, глупая, дурацкая. Дочка! Кэтнэп! Папа, это она виновата. А? Я виновата? Живо приберись. Папуля, это все Кэтнэп, поверь мне. Эти глазки. Кэтнэп! Все, все, сейчас же садись за домашку. Развлекайся. Садись за учебу. Пока. Я даже не умею читать. Я победила. 2 умножить на 7. Ай, заткнись. Я победила. Рот закрой. Эй. Посмотрим. Что? Обманул. Папочка. Видишь? Что? Сидит, учится. Я пошел. Глупый папа. Я могу читать. Лохушка. Дурак. Так, думай, думай. О, знаю. Кто открыл Америку? Моя мама. Сюда. Так, геометрию сделал. Чего-то не хватает. Ну и пофиг. Папочка, смотри. Чудо из чудес. Посмотрим. И это твоя домашка? Нет. Ты
сейчас получишь. Ты плохой котенок. Папа меня не любит. О, Рёва-корова. Мерзкая малявка. Есть идея. Тихонько, осторожно. А, холодная. А теперь ее игрушки. Что? Все кончено, ты еще попляшешь. Фиготень. Гляди. Ты животное. Дочка, что ты сделал? Она все сломала. Гляди, гляди, вот тебе еще сотня кукол. Поверить не могу. Значит, я тоже так могу. Устройте строй! Улыбочку! Сплошная тоска. Привет, сынок. Он сломался из-за торнадо. Неправда. Купишь новый. Ты врун. Это был ты? Похоже на то. Так и есть. Марш в комнату. Потрачено. Мелкое трепло. Бон аппетит. Вкуснятина. Дай сюда. Хватит с тебя. Чего? Всего одно? И будь благодарен. Я пойду поем. Так нечестно. Бедняжка. Ему явно надо добавить в жизнь перчинки. Так, я должен терпеть. А? Нет-нет, ничего. Ну, тогда за еду. Вполне неплохо. Смотрите, дракоша. Лады. Вот чудовище. Куда хватит это меня. Ты идешь? Холодно. Чудный выдался денек. О, дождь пошел. Вампир, спасите! Ей страшно? Я рад. Открывай! Прогони его, прошу, прошу! Сестра? Кажется, это серьезно. Я до тебя доберусь! Нет, мне конец! Я все тебя выпью! Отстань от нее, вонючка! И не возвращайся! Брось! Он улетел? Кэтноп! Как видишь. Эй! Папа! Вы разбуд... А? Окно! Довольно, ты у меня уже в печенках сидишь! А? Ты с ума сошла? Рвать и метать, а? Он меня спас! Этот кретин? Смотри! Вампир, кажется. А? Прости. Больно. О, я был неправ. Кэтнеп. А? Папа? Ты меня простишь? Да, папа. Я вас люблю. Наконец-то бриллиантовая кнопка. Я так долго к ней шла, но она того стоила. Она так мне к лицу. Ребята, я вернулась. Спасибо вам. Следующая цель — 100 миллионов и рубиновая кнопка. Я знаю, что у нас получится, котятки. Не забывайте подписываться на канал. Ужин готов, милая. Твое любимое. Иди, пока не остыло. Фаршированный тунец. Простите, друзья, я пошла ужинать. Увидимся завтра в это же время. Еды мне. Вот, дорогая, как ты любишь. Прелесть. А, мам, я есть хочу. Ты приготовила ужин. Я умираю от голода. Божечки, я рада, что вкусно. Тебе нравится, милая. Фаршированный тунец. Почему меня тоже не кормишь? Я голоден. И что мне с этим делать? Тебе, коротышка, этого хватит. Как это есть? Почему вы всегда такие? Время потанцевать. Мяу-мяу, как дела? Эти движения я выучила во время поездки в Париж. Надеюсь, вам понравится. Так держать, дорогая, смотрится супер. Танцы? Обожаю танцы. Двигай телом, а? Кэтнеп, что ты творишь? Даже что и ты, сестра. Двигаю телом. Оп, дам-ди-дам, как весело. Уйди, букашка. Зачем ты так, мам? Не мешайся, когда мы записываем, блохастый. Ты не годишься в ютуберы. Твой удел работать на дядю. Но я просто хочу с вами. Почему они меня так не любят? Пора делать фото в Кэтстаграм. В меня влюбятся тысячи людей. Перед твоим взглядом не устоять. Прелесть. А теперь покажи мне страсть. О, здорово. Мам, я занял первое место в научной ярмарке. Мой доклад будет потом, очень сильный. Потом, Кэтстаграм, больше страсти. Да, вот он так. Огромный, блестящий. То, что надо. Мам! Что-то палишь? Мам, камера, нет! Я не хотел, простите. Ты хотел мне показать стой, этот мусор? Стой, он хрупкий. Сколько шума из-за такой дряни. Нет, мой труд. Вот тебе еще труд. Но, что мне с этим делать? Убирай теперь свой беспорядок. Вот и работку себе нашел, гном. Я просто хотел, простите.
Все правильно, надеюсь, ты не узнаешь. Что это делает? Ты можешь это трогать? Я говорила тебе постирать одежду. Еще еда на полу. Какой стыд. На последнем стриме я немного разошлась. Но я не буду это убирать. Надо кого-то подрядить. Я знаю, кто сделает это бесплатно. Кэта, помоги сестре. Конечно, что нужно делать? Убери ее рабочее место. Ну и вонь. Погодите. Эта работа тоже важна. Нельзя, чтобы фанаты видели, как я живу. Я просто хотел побыть с ними. Так вот, где она работает. Вау, никогда не видел ее аппаратуру вблизи. Каково это быть на виду у стольких людей? Пора это выяснить. Всем привет. В этом видео я перестрою мир своей сестры в Майнкрафте. Ха-ха, получилось, друзья. Ха-ха. Причем за рекордное Веселый время. Кошечки, да меня любят. И донатят столько. Сколько подписчиков. Я же только создал канал. Не может быть, это самый большой сюрприз в жизни. Ты убрался в моей комнате? О, нет. Что ты тут делаешь? Мам! В чем дело, милая? Личинка испортила мой дом в Майнкрафте. Стойте, смотрите, чего я добился. Сколько подписчиков и донатов. Я тебе покажу, как мои вещи трогать. Ай! Ты что, не понял? Тебя никто не любит. Твой отец бросил тебя, а мне некуда тебя деть. Сиди и не высовывайся. Сумасшедшие. Он шевелится. Боже, не трогай меня. Тупая малявка, теперь тут вонь. Привет, Катя. Я знаю, вот дело, Я думал, все наладится, когда они увидят, как я хорошо стримлю. Я любил их. Теперь-то он усвоил урок. Они ломятся к нам! Я звоню в полицию! Он позволил ломаться в чужой дом! Кэт нам дал нам свой адрес! И мы, как его подлуг, пришли спасти его! Идите отсюда! Ненавижу фанатов! Такие дикие и меры не знают! Что? Мы пришли за нашим поездом! Я скажу, где он! Только не мешайте! Мы без него не уйдем! Моей дочери! Где ты его спрятала? Не трожь ты меня! Личинка, в смысле, Кэт, вон там! Что там за шум? Вау! Кто вы? Стойте! Уйдите! Живой, он красивый! Ты такой мягкий! Мы тебя любим, Кэтнап! Мои фанаты! Кэтнап! Меня правда любят! Не могу поверить, что Мелочь получил золотую кнопку! Чем? Надеюсь, он подавится этим! Вот твоя жратва! О, похоже, из тебя повар лучше, чем стример! А вот и Meet & Greet! Наконец! Не забывайте про подписку и лайк! Пусти! Хватит меня мучить! Я пытался! Не трогай меня! Сколько можно оправдываться? Мне надоели твои провалы! У меня получится, я не перестаю искать! У тебя жена и три ребенка! Без работы не возвращайся, понял? Надо как-то вернуть жену и не оказаться в канаве! Пусть знает! О, что же я наделала? Мой муж, я была не права! Кэт, папа, вернись, любимый! Где ты будешь ночевать? Мы хотим папу! Где папа? Почему он не с нами? Мама здесь, иди сюда, поиграем. Я хочу к папе, папа! Мы хотим чистые подгузники и еду! Вы голодные? Сейчас мама... А? Ничего? Такими темпами мы умрем с голоду! Какой ужас! Не могу поверить, что делаю это, но другого выбора нет. Прости, малыш. Мама любит тебя. А? Что? Мам? О, бедный уродец. Мама Делайт о тебе позаботится. Мой дорогой Кэтнап, однажды я вернусь за тобой. Как я могла разрушить свою семью? Я не заслуживаю быть мамой. Где я? Кто вы? Посмотрите на него! Он испачкал подгузник, вонючий мерзкий кот! Так, ну и мерзость. Ты нам не нужен. Я моюсь каждый день. Прошу, я хочу к маме. Пойду выпью чая. А? Водяные шарики? Что тут творится? Он кидает на шарики. Что? Я ничего не делал. Думаешь, что тут главный? Не уйдешь отсюда, пока не уберешь все. У Ванючки проблемы. Ура, еда. Эй, мой десерт. Что ты делаешь? Убери руки, вор! Ты что, съел только десерт? А ну-ка объяснись! Мисс Делайт, у меня отобрали мороженое! Продоел все овощи! Ну и гадость! Чуть-чуть, едет поезд! Внимание, пассажиры, мы приземляемся! Мне тут не нравится. Если бы тут была мама, было бы лучше. Не бойся, сына, мама всегда будет рядом. О, здорово, красная машинка! Как классно! Но это точно правда. Ты не заслуживаешь ее. А ну отдай, мое, я продам ее. Укради машину, Ногте! Пусти, козел! Не отбирайте, прошу, это подарок судьбы! Моя машина!
Вау! Упс, не повезло, Ванючка! Нет! Это тебе! Одному быть плохо! Слушай, секрет, у меня есть план, как тебе сбежать из этой тюрьмы сегодня же. Ты в деле? Конечно, сделаем это! Мой кэтнеп, не стоило оставлять тебя там! У меня хотя бы есть вы! Мы с тобой! Для этого и нужны дети, так? Я вернулся, родные! Мы миллионеры! Ура! Да, я инвестировал в биткоины, теперь все будет хорошо! Любимый! Ай, кажется, у меня было больше детей! Когда ты ушел, нам было нечего есть, так что я отдала кэтнепа! Что? Мы могли продать его, жена? Надо вернуть его! Никого, чисто! Вон там вентиляция! Ты прошмыгнешь в нее. Нам нужно только отвлечь внимание. О, тишина и покой. Стоп, как-то подозрительно. Как странно. Здрасте, Бендалайт, посмотрите новый тикток. Как смешно. Этот танец никогда не устареет. Удачи. Обними от меня семью. Секунду. Кто-то пытается сбежать? За дуру меня держите? А, я не виновен, клянусь, не трогайте меня. Непослушных детей надо исправлять, а ты, Кэтнеп, был очень плохим. Тебе крышка, малявка. Снимай меня, Кэтнеп, твой бабаша пришел спасти тебя, ведь я тебя люблю. Это плохо, я слишком ее накрасив, чтобы умирать. Всем плевать на тебя. Не плевать на моего сына, ведьма. Что мне делать? Наверное, рычаг остановит машину. Наши налоги идут на это. Не хватает только на меня. Ну же, шевелись, я рискую семьей. Смерть близка, а я так и не познал любовь и свежую рыбу. Ты спасен, мой друг. Я никогда тебя не брошу. Отпусти меня, сумасшедшая. Фу, ну и лицо. Ю-ху, твое время прошло, глупая старуха. Дорогая, ты спасла Кэтнепа! Непослушная гадина, ты заплатишь! Быстрее выход там! Крафти, моя дорогая подруга! Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому! Стой! Это просто шутка! Скажи это золотому Фредди в аду, глупая! Она убьет ее! Надо что-то делать! Я дам ей что-нибудь, хотя у меня ничего нет! Прости, мам, но я должен ее спасти! Прощайся, жить мне! Бегите, почти пришли! Быстрее, дети! Чего они так долго? Надеюсь, все хорошо! Мы здесь! И принесли вам подарок на Рождество. Она будет нашей сестренкой. Привет, как дела? Не обижайте меня. Она что, волшебная? Ура! Добро пожаловать в семью, братико! Наконец-то! Сегодня у меня появится брат. Привет, брат! Добро пожаловать, дружище! Вау, я так... Что? Нет! Лучше поторопись, вещи сами себя не отнеса. Сына, ты приехал! Добро пожаловать! Сын, ты чего вещами разбрасываешься? Позорище! Подбирай! Мы что, скунса приютили? Ну и вон! Ура, своя комната! В будке я спал на полу. Класс, у меня есть кровать. Блоком теперь есть где жить. Ну и тяжесть. Что? Нет, приемный док. Мама будет злиться. Не надо прыгать, она дорогая. Лучше на полу. Я смотрю, тут этот еще кайфоломщик. Здесь намного веселее. Нет, смотри, тут лучше. Спускайся, говорю, а то получишь. А ты не дурак. Драка так драка. Тебе крышка. Нет, я просто пошутил. Получи по морде. Ты что творишь, дубина? Подставляю тебя. Мама, папа. Что такое? Ты ударил брата? Да, блин, в этом доме насилие не приветствуется. Пап, он сам себя ударил. Твой сын что, врун? Он ударил меня в лицо, мам. Ничего, мама здесь. Плохой пес. Плохой пес? Но, мам, я хороший. Молчать, сегодня спишь на диване. Ладно, пап, прости. Бессовестный. У кошечки боли? Диван слишком шикарно для тебя. Посмотрим, что ты сделаешь, глухомань. Добрый вечер, ралохи. Сейчас увидите, на что я готов, чтобы стать единственным. Мама, мама, он портит наш дом. Сейчас бы гамбургер. Что такое? Наши прелестные обои! Что с ними? О нет, может это вор? Я знаю, кто мама, это был. Держи подарочек, дурак. Подарок? Что? Мам, пап, это все догды, смотрите. О чем ты, сынок? Догды. Сын? Мам, ты чего? Блин, вы все не так поняли. Художником себя возомнил, здесь такому не место. Вон! Прости, сын. Пока. Но это для твоего же блага. Что ж, теперь это моя жизнь. Наконец-то, ух, дом теперь мой. Хе-хе, это было так просто. Эти старики и их сыны такие глупые. Сладкая победа. Эй! А? Старик? Сын, что я тебе говорил про еду на диване? Что это за свалка? Я же сказал тебе убраться. Убираться? Фу, я не буду это трогать. Не груби отцу. Ты должен убраться в комнате и вынести мусор быстро. Да-да, завтра уберусь. Моя программа только началась, Ну что опять? Не разговаривай с матерью таким тоном. Уважай наши правила. Нам сказали, что ты хороший пёс. А на деле балованный паршивец. Но я пошел к себе. О, дочкино,
сломал. Дай-ка мне. Вот гады думают, что со мной можно так обращаться. Надо привести их честно. Они никогда не догадаются, что произошло. Вот вам домашний очаг. Забыл спросить, куда едет автобус. Блин, надо было раньше узнать. Что? Ой, что такое? Не может быть. Этот псих поджег мой дом. Он с ума сошел. Водитель, я хочу выйти. Откройте, мне надо спасти свою семью. Откройте. Не помогает. Ладно. В отчаянных ситуациях надо действовать напропалую. Это ради семьи. Ну же, док, дай. Плохо приземлился. Голова, уши, хвост. Больно. Надо встать и побыть героем. Обожаю прямые эфиры. Сейчас начнется самое интересное. Как круто. Где родители? Дом в огне. Ты чудовище. Тебе надо за решетку. Нашел чем удивить. Ты просто плакса. Гляди-ка. Сын, помоги, прошу, мы горим. Пап, мам, я спасу вас. Горячо. Нет, надо быть смелее. Мам, пап. О, нет. Надеюсь, они живы. Мне так страшно. У меня плохое предчувствие. Я вытащу вас отсюда, пап. Надо как-то спасти их. Такие тяжелые. Пап, еще чуть-чуть. Когда вы проснетесь, мы устроим пикник. Ха, пахнет жареными собаками. Сами виноваты. Что? Кто вызвал этих клоунов? Полиция? Что они тут делают? О, нет, меня тут не должны найти. Надо найти алиби, надурить их. Эй, господин полицейский, помогите! Моих родителей поджег этот псих! Пожар, собачка! О нет, надо спасти их! Почти у цели! Мам, пап, вы спасены! Ты в порядке? Ты весь обгорел! Ну, конечно, это тот псих виноват, он поджег дом! Ты? О, как вы можете подумать на такого малыша, как я? Это правда, он милашка. Ты уверен, малой? Прошу, верьте мне. Пап, мам. Это все он. Это тут блохастый. Блин, они живы. Пора валить. Не с места. Ой. Ты поедешь со мной. Ау, это незаконно. Я невинный песик. Вы живы. Спасибо, сынок. Мы тебя любим.